Всем привет! Вы на канале Ника Арчи Лайф. Сегодня мы будем сушить говяжье легкое для ваших песиков. Ну, или котиков. Итак, начнем! Несколько кусочков я засушу прямо так, чтобы получились погрызушки, а остальные нарежу на кубики. Учтите, что несмотря на то, что легкое и мягкое, оно режется очень тяжело, так что берите острый нож. Выкладываем на противень фольгу и кладем наши кусочки. Смазывать маслом фольгу не обязательно. Разогреваем духовку до 120 градусов и готовим вкусняшки в течение полутора часов. Вот так выглядят наши вкусняшки через полтора часа. Маленькие кусочки мы вытаскиваем, а большие готовим еще 40 минут. Готовые вкусняшки должны звучать вот так. Если они не издают такой хрустящий, шуршащий звук, то они еще не готовы. Вот столько вкусняшек у меня получилось. Маленькие я буду использовать для дрессировки, а большие давать в качестве погрызушек. Готовое лакомство хранится примерно 2 недели в холодильнике. Иди на место. Держи.